Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, мы продолжаем фар, рарар, рара, мы, короче, гоняем на поезде, так, где я, вот он я, а чё я застрял, спокойненько, а я все. А нет, погожди, короче, я не понимаю, где мы находимся, потому что мы находимся на какой-то горке, я буду внимательно следить за парусом, сказали, что эта херня не жрет, я имею в виду насос, не жрет совершенно зарядку мою, но мне почему-то кажется иначе, мне кажется, он жрет довольно-таки неплохо, потому что... Ну, что-то пузырится, бурлится. Вот, то есть он начинает работать. Хотя мы можем, знаешь, как это проверить? Можем проверить это очень легко. Я сейчас тупо еду вперед. Точнее, ну, завожу движок. Он, соответственно, сжирает весь бензин, и я пытаюсь запустить эту сосалку. И все будет прозрачно. Все будет либо как вы говорите, либо как думается мне. Все, пожалуйста, кончилось электричество. Насос не нажимается. Я заезжаю на корабль. А, все, понял, где мы находимся. Я заезжаю на корабль. Я иду к насосу, пытаюсь его включить, и он, соответственно, не работает. А это означает то, что эта херня сосет и сосет, дай боже. Давайте-ка я сожгу, допустим, ящичек. Сжигать вообще можно абсолютно все, что можно подобрать. Это основное правило. Окей, чуть поехали, чуть вперед. Чуть назад, чуть-чуть-чуть. Вот так вот маленечко раз. Спокойненько. Сильно-сильно-сильно-сильно не гоним, потому что это корабль. Так, там какая-то херня, которую можно сжечь. Тормозим, 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 тормозим. Не врезаемся никуда. Не нужно портить. Не нужно портить транспорт в конце от концов. Так, я отсюда не подберу. Пойду сзади подберу, почему нет? Я просто не понимаю, что это такое вообще. Это какая-то херотенька. Что это такое? Я не понял, что это, ну ладно. Это какая-то то ли печка, то ли гри. Не знаю, что это. Ну ладно, это пойдет в расход, соответственно. На-ка. Заполняется просто идеально. Так, нам нужно наверх. Я помню это с прошлого раза. И опять-таки, если ты видишь разный тон моего лица, это значит, что там светит солнце, а здесь что-то кидает его, забирает этот, как его, монитор. Поэтому я немножко разного цвета буду. Но это не так. Куда поехал-то? О, блядь, а как ударит в жопу прям. А, норм... А, ты по... Это мотор, нихера себе. Дали, короче, классную идею в комментариях, что движок останавливается сам, чтобы случилась та ситуация, которая случилась в прошлой серии, когда паровоз уехал без меня вообще к хуям, и потом он, соответственно, сам остановился. Это хорошо. Так, допустим. Поехали? Ну нет, ну ты серьезно? Как я такую махину, бляха, сейчас... Чего у меня такой засильный хомяк? Как он вообще так крутит сам по себе, я не понимаю. Может, лебедку как-то подключить, она автоматом будет крутить, ухер, нет? Просто, как мне кажется, очень тяжело, на самом деле, вот именно так пытаться такую баржу, блядь, тянуть. Это же насколько огромный должен быть пропеллер, чтобы все это дело сдвинуть хотя бы с места. С другой стороны, даже если он здесь здоровый, то как мой вот этот вот шкет, вот этот вот, блядь, муравей может спокойно крутить такую херню? Я не понимаю этого, если честно. Не понимаю, и все. Мне кажется, это слишком сильно странно. С другой стороны, в принципе, здесь все может быть странно. Сейчас бы еще паруса подрубить, вообще было бы неплохо, вот на самом деле. Сейчас бы пошел бы ветер. Чтоб как дунул, как бы поплыл, блядь, мой корабль. Бороздить просторы океана. И моря, и озера, и лужи любой. Во, было бы хорошо. Спросили, кстати, с чего я решил, что это дно океана. По-моему, я прочитал это то ли в описании игры, то ли в отзывах в Стиме. Ну просто так я ниоткуда эту хуйню взять не мог, поэтому... Ну откуда-то оттуда, я не знаю. Откуда-то оно там взялось. Это не ко мне, я тут ни при чем, если что. Так, мы приехали вроде как. Отлично. Мы приехали, открывай меня. Чуть-чуть сюда, чуть-чуть вот так. А что за грустная музяка? Почему она такая грустная? Что, типа я прощаюсь с паровозом? И из-за этого все грустят? Ну окей. Ладно, что ж теперь... Также еще удалось выяснить, спокойно, эта коробка. Не уезжаем без меня. Также удалось выяснить, что... Хотя, поехали. Баллон, на самом деле, это... Ну, прям вот, сука, крайний случай, чтобы я его использовал, типа, для энергии. Потому что он как бы взорвет мне поезд чуть-чуть мой. Но в то же время он его запитает, и потом этого питания хватит на то, чтобы... На то, чтобы я взял и починил корабль, и, соответственно, просто поехал дальше. Погнали. Все идет хорошо, мы следим за флажком. Я не знаю, я слежу за тем, что происходит внутри. Меня флажок не особо сильно интересует, поэтому я его не так сильно и вижу. Так, тормозим, 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 тормозим. Блять!
Говорил же, тормозим. Зачем ты так сильно врезаешься в конце концов? Вот тебе топливо, ладно, на. Так, это лифт, окей. Мы теперь каждые 5 секунд будем останавливаться на препятствиях каких-то. Меня это совершенно не радует. Я вижу бочку, я вижу ящик. Это все дело мы подберем чуть попозже, куда я наверх, все правильно. Но, блин, что-то слишком часто я начал останавливаться. И тут, и там, и здесь, и сям. Везде подряд. Ну что за херня такая? Ладненько, поехали. Поехали, поехали, поехали. Это в натуре лифт. Лифт, который повезет меня наверх. Я там выйду, нажму кнопку. Тут с какого вида не посмотри, на самом деле. Ни хрена не понятно, что это такое. Это мне дополнительная насадка сейчас на корабль приедет. Мне такая насадка не нужна. Так, это вниз. А поезд в это время поднять. Скорее всего, не то, что я хотел. Ёп, твою мать, вид спереди, серьезно? Повернуть. Вверх. В смысле? Это чё, шиномонтажка? Это чё, новые колеса? А, это ремонт. Так, я не понимаю. Секунду. В смысле, а чё? Подожди. Это спустит какую-то ремонтную хуйню. Здесь я спуститься вниз не могу, просто потому, что тупо не работает лифт. Я вроде как попытался. А, это другие запчасти, что ли? В смысле? Я что-то не понимаю, что это за херня-то? Тогда это шиномонтажка. Окей, эти уехали. А как они меняются местами-то? А, прикрутить теперь их. Да ладно, в натуре шиномонтажка, ты понял? Из ниоткуда просто взялась шиномонтажка в пустыне. Бляха, вот это да. А я, помнишь, в прошлой серии жаловался на то, что колесо разъебано? Игра меня услышала. Игра меня услышала и поняла, что мне нужно поменять колеса на новые, прочные, отличные. Мне кажется, эти колеса даже мощнее. У меня что-то типа внедорожника уже началось здесь, да? Вот это охуенчик. Вот, ну ты посмотри. Ети твою, вот это, бляха, прокачка. Да это же литье, это литые диски, ебаный свет. Такого я еще не встречал. Это просто прям, ну серьезно, ну как вообще? Еба я модный. Ха-ха, все, все девки мои. Pimp My Ride, блядь. Тачка на прокачку. Вот это шиномонтажка. Успех, успех. Это я к успеху пришел по-любому. Так, ладно, соси. Ты засасываешь, а я включаю движок, и мы едем засасывать бочки. Там они где-то есть. Я на самом деле не знаю, как быстро и как сильно сосет бензин. Вот эта вот сосалка, которая сосет все остальное. Она сосет все вообще. Бензин. Все, что встречается, энергию мою душевную. Я переживаю за количество топлива. Ебать, мне бахтало, совершенствовали тоже, ты смотри. Спокойненько. Аккуратненько, поехали. Так, новый... Новая музяка пошла, ветра нет. О, застрял. А, так мне, может, для этого прокачали колеса, чтобы я тут не застревал? Ну я тебе говорю, это внедорожник, все, пиздец. Ну-ка, чуть-чуть посильнее. Сейчас бы паруса еще неплохо было бы запустить, я бы вообще был счастлив и рад. Мне неудобно смотреть за парусом, я сконцентрирован вот здесь, понимаешь, примерно мое изображение в глазах, оно вот тут. То, что особо по краям, я не замечаю, сейчас сломает дерево. Не, не сломает, окей. Блин, ну жмем... Бля, жмем реально на одном этом, на одном движке, ну что за херня-то? Ебать, помчали. Так, пора что-то подкинуть сюда. Сосалка, 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 сосалка. Сосалка, блядь, сосалка! Сука, тормози! Тормози нахуй, тормози, говорю, блядь! Ёб твою мать, столько всего прососалось мимо! Не успел, понимаешь, бочка помешала сосалку активировать, ну что за херня? Тут, блядь, газ, тут ящик, тут чё только нет. А, это фонарь.
Ну нормально, фонарь сразу сожгу, чтобы не мешался мне просто. У меня такой есть уже. Так, спокойненько, раз. Поехали. Много топлива, конечно, много. Много дает. Обычный фонарь, вроде, ну что, откуда у него топливо? Там просто стекло и железка. Что это за такой генератор, который так охуенно перерабатывает ничто в топливо? Представляешь, если в жизни такой существовал? Я, конечно, понимаю, что, скорее всего, это можно сделать в качестве там парового двигателя также. Но, блин, откуда столько энергии в этих вещах? В них не должно быть... Это что такое вообще? Это мяч. Куда ты поехал? Стой. Ты будешь у меня вот тут, если что. Так, спокойно, надо бочку снять, она реально мешается. Опачки. Опачки, опачки. Вот сюда все в хранилище. Жалко только, что я начинаю с этого места постоянно на загрузке. Если так дальше пойдет, есть вариант, что я оттуда просто тупо не вылезу. Меня там заблочит, застрянет, захерачит. Я хоть неделю буду оттуда выбираться. Это не очень хорошо. Музыка странная. Блях, ну литье, конечно, мне нравится. Литье шикарное поставили. И ты видал, и движок сам прокачали, этот показатель, где вот эта вся движковая энергия. Смотри, поставили как поплотнее. Блять, красиво. Или это одно и то же? Я просто не понимаю. Как тебе делается разрез? Подожди, как делается разрез движка? Нет, это не одно и то же, это внутренности. Так, ну ладно, баллон с газом. Я его, пожалуй, тоже... Куда ты нахуй? Тоже сюда брошу, почему бы и нет. Пригодится когда-нибудь. А мы поехали дальше. Мы поехали дальше. Мне помешала серьезная бочка, я не смог вовремя активировать сосалку. Если бы я активировал вовремя, было бы все проще. Мы бы здесь не стояли, не тупили, мы просто поехали дальше, все было бы отлично. Блин, едет! Едет наш корабль! Прет, сука! Только так. Так, активируем мячик, чтобы это ни было. Пиздуй. Все, нахуй. Ой, пар, красиво, поехали. Нормально. А ветра так и нет, представляешь? Ветра так и нет. Так, тихо, сейчас что-то надо выебать. Спокойно! Ух, сейчас бы было сильно, бля, ну сильно и было, ладно. Ничего страшного. Ничего страшного, все чинится, все работает. Сюда иди. Так, равно надо починить. Равно это где? Движок. Угу. Тебя тоже надо зачинить. И... Две палки это парус. Ладно, хуй с ним, буду только чинить. Так, а чё? Подожди. Сейчас не понял. Как бы мне здесь нужно колесо, наверное, да? У меня, может быть, парус. Ну, конечно, смотри, вон эти. Я тебе говорю, с парусом будет веселее. Хотя, вот почему флажок только сейчас активировался? Что это за херня такая? Это неправильно. То есть мне все, каждый, блядь, второй, первый, полторашный, начинает писать просто то, что нужно активировать парус. Типа, следи за флажком. И я сейчас за флажком специально следил, но ветра на нем я не увидел. То есть, если бы не эти песчинки, я бы вообще не понял, что здесь ветер есть. На самом деле, надо было закрыть, конечно, окошко, потому что у меня лоб очень сильно светится и выделяется, да? Такой лобарик, нахуй. Ну ладно, что ж теперь. Что ж теперь поделаешь? Ничего с этим не поделаешь. Надо еще что-нибудь жить, что мне мешает пока что. Я не знаю, куда я плыву, там ничего не видно. Я думаю, что мы сожжем цветочек. Или фонарек. Не, давай лучше сожжем цветочек все-таки. Дай пролезу, бля. А, стул! О, стул, нормально. Мне стул не нужен, я все равно не сижу. Некогда сидеть, посидишь тут, ебать, с таким движком-то. Постоянно топливо просит. На-ка. Во, нормас. Что так? Что? В смысле? Спокойно. А, все хорошо. Все нормас. Ха-ха, все хорошо. Приплыли? Приплыли, бля? Нормально. Приплыли какое-то говно, серьезно. Это уже какие-то болотистые места. Это отвратительно. Это даже не глубь океана. Это не высушенное болото. Это просто лужа. Красная лужа. Тут гниет железо, что ли, ржавеет. Отвратительно все это выглядит. Я не рискну выходить наружу. Если что-то нужно будет подать, то лучше я засосу этой хуйней. Я не хочу вылазить вот в это вот. Фу. Это противно. Это мало ли какие-нибудь специально прокачанные железные пиявки там будут плавать. Они же сосут, все, железо из организма уйдет и умрет человек. А вдруг они еще и кальций ебанут? Я же даже сходить не смогу. Я пойду, у меня нога в трех местах перелом. Открытый, закрытый. Серьезный, не очень. Четыре перелома, блядь, разом придет. Оно тебе надо? Как я буду пролететь этой хуйней? Никак не буду. На самом деле здесь можно отдыхать в то время, когда парус за тебя работает. Вот это хорошо. Парус — это очень полезная штука. Вот он... все. Можно, знаешь, вот так вот. Зря, сука, стул, конечно, сжег. Сейчас бы посидел, бы, блядь, посмотрел. А чё я туплю? Давай сделаем вот так вот. Чё я, лох, что ли? Сидеть. Я пойду ебать, как капитан настоящий. О, рядом с лагом постою. Это я понимаю, видок. Совершенно другое дело, ну. И музыка сразу громче стала. Не знаю, от чего это зависит, от меня или от игры. Но, скорее всего, то, что я вышел на улицу, я сделал все правильно. Идеально, идеально все идет. Почему бы не придумать зарядку аккумулятора в это время?
То есть, как бы, если взять даже принцип машины, то аккумулятор-то, он же заряжается, пока машина едет. То есть, он как бы дает заряд на то, чтобы машина завелась. Но когда машина едет, там то ли какая-то есть хуйня, генератор или что-то типа того, что аккумулятор этот попутно заряжает. Почему бы не придумать эту хуйню здесь? То есть у меня паруса. Почему я все это время просто зря использую силу? То есть, вон, видишь, сзади какая-то, бля, я не знаю, что это, динамо-машина крутит. Сука, приехали, ты понял, приехали. Ну окей, поехали дальше. Так, ящик, бочка, еще одна бочка. Все отлично, что так медленно едем, что так медленно едем, что так медленно, я спрашиваю. Окей, хорошо, раз пошло, два пошло, нормас. Тормози, 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 блядь! Но я видел это препятствие. Хотя урона особо нет, не несло, поэтому насрать. Так, ладненько, ящичек, постой пока тут. Что это такое еще? Кораблик! Блять, кораблик на кораблике, вот это да. Вот это рекурсия. А что это было сейчас? А, это отдаление. Так, бочка, бочка, бочка. Ну, бочка опять пойдет сюда. Здесь прям бочечный склад, серьезно, пусть пока висит. Нахуй ей висеть? А тут что, колокольчик есть? Он ничего не сигналит, надо его сжечь, нахуй. Сжечь надо. Колокольчик, кораблик, это первый кандидат. Так, там внизу фонарь висит, зачем-то он светит мне на кнопку. А чё я? Чё это? Это ж тупик? Там кого-то разыскивают, вон написано, нарисовано. Какая-то бабёха, какие-то рисунки детские. Намалёвано все весьма не очень, конечно, культурно, хорошо. Так, а чё, парус сейчас назад дует, спокойно, надо снести его. Парус назад, он мне это... Он мне мешает ехать. Подожди, а чё, а куда? Я что-то не вижу? Просто в глаза не особо сейчас что-то бросается, чтобы я что-то активировал, куда-то поехал. Ну нет, это не вариант. Там ебать крокодил где-нибудь обитает. Чё, я дурак? Но снести он не снесет ее, правильно я понимаю? А как он, блядь, ее снесет? Подожди. Ну, подожди-ка. Ни грамм вообще ни разу. Может быть, чуть-чуть назад? Чуть-чуть, прям самую малость. Я сверху вижу какой-то казино или что там написано, хуй поймешь его. Корабль какой? Ой, я сейчас утону там, нахуй. Что это? Я ведь не хотел сюда идти, фу, там же пиявки эти отвратительные. А чё, в смысле, подожди. Может быть, с разгончику нужно было сейчас на парусах отъехать назад? Ты, давай я паруса в обратную сторону активирую. То есть я активирую паруса, чуть-чуть наоборот разгонюсь, как следует въебу по всему этому, и все будет красиво. Вот если с этой стороны, можно так? Нет, с этой нельзя. Ну да. То есть я подобосрался, но подобосрался зря на самом деле. Нужно было не подобсираться. Ветер-то не зря назад дует. Мне, скорее всего, не хватило энергии, и я ничего не сломал именно из-за того, что в это нужно, наоборот, врезаться. Обычно ведь я, когда в такую хуйню врезаюсь, у меня гораздо больше дамага проходит. То есть у меня эти палочки падают. А сейчас провода, паруса специально дуют назад, чтобы я отъехал, набрал скорость и въебал как следует по этой железке. Просто других очевидных вариантов здесь никаких нет. А чё это? В смысле? Ты чё, блядь, дурак? Я тебя не задевал, давай мне тут не выдумывай. Все, быстро назад едем, и все красиво будет. Окей. Так, подожди-ка, а тут что такое? Туда нельзя пройти никак? Нет, нельзя. А, мне интересно, сколько разгон надо? От болота? А может, надо было ребятку прицепить? Подожди-ка. Нет, не ребятка. Ребятка бы тянулась, если бы она здесь была нужна. Блин, ну я думаю, наверное, хватит, хотя хуй знает.
Ну давай спустимся в болот чуть пониже и начнем. Прям вот, блядь, со всей силы. Как уебу сейчас эти ворота, чтобы знали, с кем они связывают. Ну так не делают. То есть мне просто ни с того ни с сего взять и заградить дорогу, серьезно. Мне этот расклад нихуя не нравится. Равно, блядь, слышь. Ну-ка, давай. Нельзя, понимаешь, он сейчас предлагает мне с горки разогнаться, с горки нелогично разгоняться, нужно разгоняться с ровной поверхности. Да, я понимаю, болото, да, сыро, да, скользко, да, не очень сильно рвущая, тягущая, какая там, сила трения, блядь, плохо будет срабатывать, но кого это ебет-то? Кого это ебет? Это же не физическая игра. Тут эти правила маловероятно, что работают. Все, уходи. Уходи, я помчал как следует. Сейчас бы, блядь, закись какую-нибудь въебать бы посильнее, во, было бы весело, погнали! Давай, парку, сейчас поддам парку. Сейчас поддам парку. Ой, красиво, и на нахуй! На, сука! Вот так-то, блядь, это делается, по-пацански разъебал. Парку поддал. Как в баньке, бля, въебал. Ай, красавчик я какой. О, бля, молодец, да посмотри на меня, сука, охуенный парень какой. Кораблик! Пошел нахуй, давай, опа. Хорошо, сюда следующий ящик, кандидат здесь постою пока. Ой, как красиво я все сделал, просто идеально вообще, по-моему. Идеально нельзя было сделать здесь. Нельзя было. Жалко, что, блядь, пару сейчас не работает. Я бы опять вылез на улицу. А, нет, на улицу нельзя, дождь. Ну, сейчас молния ебнет, да? О, мне что-то загорелось там сзади, хуй пойми. Сейчас что-то сломается. Не, не сломается. Бля, тихо, сосалка. Ой, град пошел, серьезно? Ебать его в рот. А что за крепота-то такая жесткая прям играет? Ебать, движок горит, спокойно. Тихо, надо... А что, чини. А, бля, потушить сначала надо, ёб твою мать. Спокойно. Так, теперь чиним быстро, срочно. Не надо, аккуратненько. Бля, мне сейчас сломается две палочки это что? А, две палочки низ, это парус, все, парус сейчас по пизде пойдет. Блядь, все загорелось, в смысле? Твою мать! Все, палкам пизда. Успею, спокойно. Блядь, а он меня еще и не едет, да? Красота, серьезно, красота. Так, окей. Все нахуй загорелось, спокойно. Ты куда ты, сука, дурень? О-о-о, туши его! Че он не тухнет-то? Ты дурак? О, бля, он не тухнет. Ты, может, поедешь сегодня куда-то, нет? Спокойно, парус. Там дождик на улице, какого хуя он горит? Да чё, блядь, происходит-то? Поехали! Ох, ебать. Ох, что происходит. Ну, шторм этот нужно было проезжать по-любому сразу прям. Так, еще одну сразу ебану. А, нет, все, понял. Тихо, опасно. Спокойно. Тормозуха. Окей, сейчас спокойно разбираемся с этим всем хуйней. Ничего страшного не происходит, тихо. Бля, ну под дождем, серьезно, парус не работает, что за бред? Как эту хуйню тушить-то? А, все потухло, окей. Бля, музыка крепота поперла, прям обосраться можно. Все системы пошли по хуям, просто серьезно. Окей, может это нужно было переждать сейчас? Мне что-то смутно в это, конечно, верится, но ладно, я буду верить. Так, поехали. Все поломано, смотри. Тут, короче, от препятствий до препятствий нужно просто ехать было. Я не думал, что это все сломалось бы до конца. Но все равно. Все равно нужно переждать. Но, по-моему, нужно просто ехать вперед до конца, до упора. Ты чинишься там, нет? Он чинится? Так, ну практически, окей. Сейчас дочиним до конца, чтобы все было заебца. Погодка, конечно, жесть. Погодка, бля, вообще беда. Так, движок. Движок это основной, будем чинить его, конечно. Как много движка нужно чинить. А бензин, смотри, бензин падает только в путь. Кончается только так. А что дальше не чиним? Окей. Так, теперь с тобой, собак, как тебя правильно... Так, тебя сначала.
Сосалка вообще просто полностью разъебана. Хорошо, что это не разъебывает ее, в принципе, до конца. Потому что мало ли. Вот не успел я, вот протупил. И что, и сломалось, и больше не починишь. Хорошо, здесь такого нет. Иначе было бы очень сложно. Это был бы очень душный, плохой момент. Так, ну все, что, град-то кончился или капает? Так, сосалку надо выключить спокойно. Бочечку отсюда надо вытащить. А, все. О, это все испытания. Ну окей, допустим. Поехали. Поехали, и тебя еще тоже сюда положу, куда-нибудь рядышком, допустим, вот сюда. Так, бочечка. Поехали со мной. Надо бочку на ящик заменить, чтобы не мешалось внизу. Так, проходим, проходим, проходим и толпимся. Сейчас бы... Опа, хорошо. Красиво, четенько. Так, раз вот сюда. Все, поехали. Блин, ну конечно, это, сука, жесткий момент. Реально, прикинь, все загорелось, все сразу захерачилось. А почему у меня нет ниток? Я уже спрашивал про это. Почему я не могу починить про эти нормально паруса свои? Чтобы рвало вообще как следует, прям с места, чтобы до сотки за секунду разгоняло. Давай только без дождя, опять без града. То есть я сейчас миновал, на самом деле, одно препятствие, потому что надо было мне под первой крышей сначала починиться, потом поехать, сломаться и починиться под второй. Но я под первой чинить не стал, сразу поехал на вторую. Все логично, я молодец. Так, тихо. Опачки, опачки. Не тратим бенз зря, на разгон не тратим бензина. На разгон бензин тратить не надо, не рекомендуется, нельзя. Это лишнее сжигание топлива, абсолютно ненужное нам. Так, ломаем. Ага. Сломали, блядь. Сломали, аж что-то загорелось. Ладно, пошли. Почему именно оно загорелось, я не понял. Почему именно топливная херня? Так, цветочек нужно донести. Дай пройду, блядь. У, сука, дай пройду-то. Ты слышишь, ты заебал меня. Так, ящик не дает пройти. Цветочек возьму. А, еще один стул у меня есть. Нихера себе, у меня стульев. Мебельный магазин, что ли, блядь, ограбил? Че за херня? Откуда столько мебели у меня здесь? Так, ладненько, раз, поехали, два, вот так. Там коробка где-то еще внизу. Здесь, наверное, нужно прицепить лебедку и поставить парус, правильно я понимаю? Так, раз, ну, наверное. Я думаю, что это вполне себе логично. Поехали. Я сейчас прицепляю лебедку. Прицепилась лебедка? Прицепилась. А теперь активируем парус, открываем дверь. Ну, либо так, либо как еще, по-другому. По-другому не получается, здесь по смыслу никак не подходит ничего. Окей, поехали. Ну, я не думаю, что как бы парус в горку еще и умудрится выломать дверь. Мне кажется, это нереально. А это и нереально. Я окей, пойду просто вперед тогда. Главное, чтобы сейчас лебедку меня не вырвало. Потому что мне кажется, что если... Я что-то засмотрелся направо, думаю, как эту преодолеть, а у меня персонаж пропал. Вот это было замечательно сейчас. Ладненько, кнопки, кольцо, прыжки. Чё это? Вагонетка. Аккуратненько. Так, это криповая вагонетка, не должна была сюда подъезжать. Скорее всего, для чего здесь пипирочка? Что она дала? Внизу какой-то лифт там есть слева. В смысле? Окей, ничего не, пока непонятно. Так, вагонетка толкается. Толкается. Хорошо. Ага, огонечек. Зачем? А зачем здесь огонек? Серьезно, подожди-ка. Тут я ничего не вижу. Туда не пройти, допустим. Это какая-то шахта или что это такое? Так, ну-ка. Не знаю. Это завод! О, лава потекла! Хорош! Железо потекло! Сейчас я что-то себе буду ковать, что ли? Ты в натуре, я расплавляю что-то. Сейчас демона плавильни себе тут вызову, вот мне пиздюлей-то отвалят. Спокойненько. Я себе, я производственник. Не хватает шестеренки, чтобы куда-то ее присандалить, чтобы дверь открылась. Сломался механизм.
На самом деле, я немного поражаюсь физической силе нашего главного героя. Он, бля, неадекватный. Так, ты поедешь со мной. Блин, ну серьезно, целая бочка на один сраный реактор, который потратит всего лишь четверть, там, треть или, ну, максимум половину. Ну, мне жалко этого на... Ладно, и что дальше? Вот смотри, вот я положил целую бочку. Вот мы сейчас приедем, ни хера ж даже не убавится здесь нормально. Теперь я не могу туда залезть, ага. Прикольно. А, нет, могу. Вот она потухла, она же ничего не сделала, ну, сука, жалко. Хотя тут есть еще одна в подарок мне в награду. Во-во-во. Я напоминаю, у меня там прицеплена лебедка передняя к воротам, которые должны были сейчас открыться. Они открылись. Лебедка, чё? Чё с лебедкой, сука? Бля, я ее не вижу. По-моему, ее засосало куда-то. А, нет, он на месте. Ну и хорошо, ну и поехали. О, а тут можно прям так толкать. Блин, тыкочный механизм, хорош. Можно даже не париться. Я думал, что нельзя с чем-то в руках такой хуйней заниматься. Оказывается, можно. Ну и замечательно. Пойду отнесу бочку на место. Так, возьму все-таки я. Дай пропущи меня, блядь. В смысле? Еще один лифт, что ли? Бляха, что-то одни лифты кругом, и вверх, все выше, 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 блядь, куда уже выше-то? Мы со дна морского поднимаемся, да, правильно? К людям? Может, это вообще какой-то кусок подводной лодки, а это сбежавший матрос, там, эвакуировавшийся последний, оставшийся в живых? Пока ничего не понимаю, ну ладно. Но этой игры, в принципе, я так понял, по времени примерно осталось серии на две... Вот это и еще следующее. Поэтому я думаю, мы вскоре все узнаем. Естественно. Ой, бля! Ой, бля, сколько всего. Ой, сука. Ага, ну окей, поздно. Поздно, но я уже уехал далеко, ладно. Не буду возвращаться, конечно же. Или буду. Стоит ли мне возвращаться-то, нет? Он сейчас назад поедет. А точно, давай поеду назад и все соберу. Я же сам в горку помчал. Аккуратненько просто прокатимся назад. Но там столько топлива осталось. Музыку послушаем. Просто понимаешь, если бы я поехал сейчас чисто вперед, эта музыка была бы гораздо меньше. А меня, интересно, может засосать? Пока она катится назад, я проэкспериментирую. Не, не может, прикинь. Ну ладно. Жалко, обидно. Это был бы неплохой, очень быстрый лифт. Просто раз-раз, это уже там. Ждем. Надо засечь, сколько сосалка жрет. Вот засекай по полосочкам. Я пока не вижу, чтобы она особо много жрала, на самом деле. То есть она сосет, 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 и, по-моему, даже ничего не убавляется. О, ты доедешь? Нет, ты не доедешь, серьезно. Я помогу чуть-чуть. Ну, ладненько, поехали. Не, ну, серьезно, почти ничего не жрет. Нет смысла его включать. Тем более, когда там много топлива собирается. Не нужно будет отвлекаться совершенно на топливо, и все будет нормально. Так, спокойненько, раз. Вот сюда вот положу пока, раз. Эту хуйню тоже положу спокойно, два. Тоже тут лежи. Ящик со мной, иди, три. Хорошо. Что происходит? Блять, пар, 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 пар. Тихо, 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 тихо. Давай, 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 давай. Вот пар прям вовремя зажужжал. А мне кажется, за один целколобот накапливается как раз целый этот пара, нет? Давай проверим. Если это будет так, то это классно. То есть ты пипку зарядил, пар накопил, пипка кончилась, парку ебанул и быстренько на помчал. Ну нет, чуть поменьше, ну ладно. Разгоночка. Так, топливо, 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 топливо. Раз, поехало. Хорошо. И второй сразу тоже. Опачки. Давай, давай, давай. Хорошо. Красиво. Не тормози, не тормози. Что-то сегодня ветра в серии вообще нет. Ветер в серии сегодня был только на скриптах. Там, где он тупо нужен. А так в свободном перемещении что-то его не замечал. Воу-воу-воу, сосалка, спасалка, спокойно. Опачки. Полезная хуйня поехала. Да, что так быстро топливо кончается? Объясните мне, я не понимаю этого, серьезно. Что-то прям летит топливо куда-то непонятно. Это из-за того, что я в гору, что ли, ебеню? Что-то это смутно как-то, очень сильно жрет топливо. Очень сильно. Прям обосраться как сильно.
Так, спокойно, там парус заработал. Окей, парус заработал, сохранение прошло. Красиво, все точно, все четко. Теперь можно и паруса подрубить. И как раз утро настает, рассвет, и я такой гордый капитан наверху своей машины. Все, у меня пиздец, все хорошо. Чутка парку поддам, конечно же. Ой, музяка хорошая опять пошла. Ебать, мы сегодня шиномонтажку посетили, между прочим. Снег? О-о-о, гейзеры, нихуя, ледяные гейзеры и снег. Мне бы сейчас не хватало, не хватает очень сильно лыж, знаешь, так, как, например, в такси 3 или в такси 4 где там было, где в конце лыжи они сделали на машину. Мне вообще очень сильно пригодилось. Тут музыки, блядь, больше, чем в большинстве других игр. Чувствуешь, каждый раз какой-то разный саундтрек играет. Он типа, наверное, подходит под местность, но я не особо этого замечаю, но, блядь, он есть. О, снежок. Веселуха хуячит. Так, давайте я ящик один спалю. Чтобы бензин потом был на всякий пожарный. А сам поеду опять смотреть. Опять смотреть буду на пустоту. На ледяную, белую, снежную... Ава-ва-ва-ва. Спокойно. Не-не-не-не. Не выебываемся. Прям вот здесь вот буду, знаешь, вот дерзить буду. О, это же не в меня. Нет, не в меня. Это чуть-чуть подальше. Я вижу по перспективе. Если что, я вот. Я как, знаешь, этот штепсель какой-нибудь впереди. Ух, это специально сделано, чтобы тут красиво. О, бля, как жарит, я тебе говорю, красиво. Это спецэффект. Ну, типа, скучно по одному белому снегу по пустому ехать. На тебе спецэффект такой в виде гейзера, как ебануло. Бляха, ну игра, конечно, вообще огонь. Прям шикардос, я бы так сказал. Прям во-игра, прям охуенная. Начинается моя любимая локация, на самом деле. Я очень сильно люблю локации со снегом. Такой белый, холодный снег. А он еще и пошел. Какой-то прекрасный снег сегодня. Какой молодец, ты посмотри, он еще и пошел. Он слышал, что его здесь хотят. Он слышал, что ему здесь рады и просто решил пойти. Молодец, снег. Уважаю за такие решения, красавчик. Просто прям молодец. Прям превьюшка, вот уже вот она, превьюшка, вот готова. Осталось только логотип игры наебенить, короче, справа. И вообще больше ничего не надо. Вот на фоне камней прям... Сука, его бы я фотографом, пизда бы всем была. Я бы все галереи позанимал, наверное. Один бы я во всех галереях был. Один бы нахуй. Все галереи были бы имени меня. Не имени меня, а с моими картинами. Ну, имени меня бы потом, конечно. Имени меня. Очень сложно. Скажи слово имени меня быстро. Скажи, имени меня. Имени меня. Имени меня, едем в ебеня. Спокойно! Топливо, блядь! В смысле? А чё? А чё, оно все это время работало, что ли? А чё ж не засосало? Или я лишка ебанул? Ничего не понял, ну ладно. Сука, ну конечно, приюшка на фоне камней, она шикарная, она идеальная. Она прям вот как-никак отражает. Я хотел, конечно, сначала приюшку шиномонтажку, типа все классно, там весело. Так, спокойненько. Допрём, помогу чуть-чуть, помогу на всякий пожарный. Окейшки, ну прям чуть-чуть совсем. А то чувствую, тяжечка идет. Опа, парусик. Спокойно, тормози. Не-н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 е. Да, блядь, да, сука, все топливо просрал опять. Ну, блядь, ну нахуй ты. Я расстроен. Да и похуй. Так, провода, надеюсь, не ломанутся сейчас. Ой, а парт исчезает со временем. Лучше жухать, пока он не исчез. Я думал, он остается. А он, походу, дело накапливается, потом исчезает. Охереть. Какой плохой пар? Куда он пропадает? Надо какой-то парохранилище сделать. Чтобы пар хранился, никуда не пропадал. Сейчас пора... Тормози. Сука, ну как знал? Говорил же, тормози, блядь. Куда ты поехала? Стой! Пожар у меня! Тихо. Чуть не в ад, блядь, помолился. Осторожней с такой хуйней. Я видел прям этот грузовик, но он же вот прям передо мной был, серьезно. Так, ладненько, топливо. Че по топливу? Пойдем следовать. Вижу одно топливо внизу, но я его не подберу, если пойду с этой стороны, поэтому пойду с этой. Так, хорошо, сверху... Это из-за чего сейчас случилось? А, это само по себе, что ли? Короче, мне нужно наверх, я пока не понимаю, зачем. Я не понимаю, зачем, и не понимаю, как я туда доберусь, если честно. Ну, по парусам, по-моему, он не лазит, правильно? Хотя хуй его знает, я не пробовал. По веревке не залезешь, нет? Значит, где-то есть другой проход.
Ага. Интересно. Интересно, не сюда. Понял. Все интересности с другой стороны. Нет. Может быть, попробуют спустить провода, а не что-нибудь, точнее, провода паруса, ничего не заденут, что-нибудь упадет. Ну, с машин-то делать нечего, само собой. Нет, окей. Там он что-то не дает, чему-то работать. А что чему, непонятно. Так, может, мы все-таки поедем вперед? А, ну поедем, окей. Полигончику по чуть-чуть, но мы поедем. Еще тут, блядь, машины нас будут какие-то останавливать. Ага, приехали. Ой, пар спустил-то зря, пар спустил. Так, ладно, теперь можем подняться сюда. Тормози. А, в смысле, наш никуда не едет. Ну и что? Никуда не едет. Никуда не едет, куда-нибудь поедет. Так, мне нужно, наверное... мне нужна лебедка? Нет, подожди, я до сюда не дотяну в любом случае. Хотя хуёзный. Да вряд ли она протянет через это-то. Так, допустим. Мне нужна подставка в виде ящика, нет, или самому пробежать? Так, нет, сам пробежать я не могу. Нет, окей, это не то. А, он тянется назад. Ну, блин. Я и не знал, ни хрена себе. Да, у него просто невозможно сильный, что это за пиздец? Почему он такой сильный? Это же незаконно, да не должен главный герой такой маленький быть таким сильным, что это за пиздец такой? На еще. Так, ну теперь понятно, нужно проехать наверх, попытаться открыть эту херню, которая мешается. Или нет? Так, вопрос вообще на миллион, что делать-то? Там пытается открыться дверь, но не открывается она, ей что-то мешает. Здесь сверху это ящик, который можно, по идее, взять, а можно и не взять. Лебедка эта, она не протащится тут никак. Да, она не протащится. Ай, ладно, подожди, ну как бы... Вода не идет. А, вода не идет, все понятно. Я не видел воду просто изначально. Тут не идет, у меня пойдет, окей. А, мне нужно успеть в это время. Понятненько. Понятненько, загадка была проста. Окей. Теперь нужно примутить ящик туда. Только без меня, пожалуйста, не уезжай, спасибо. Ну, блин, все получается идеально, ни хрена себе. Это, конечно, сложно, но... Не для меня, естественно. Я загадки налету, ебать. Спокойненько. Опачки. Так, и что дальше? А, лебедки нужно управлять. Опа. То есть я провалился в яму, а теперь я из ямы выбрался. Красавчик я. Вот это называется смекалка. Вот это пацан, конечно, умен. Ничего не скажешь. Умен, и там топливо есть. Тоже заберу. Заберу, мы поедем, я чувствую. Поедем только так. Главное сохранение дождаться. Так, топливо у меня на месте. Зажигать я его не буду, потом сожгу, если что. Поехали. Вот и замечательно. Парку подам еще для скорости, вообще красиво будет. Теперь можно и ящик закинуть. О, охуенчик. Вперед, господа, вперед. Куда еще-то? Больше некуда, только вперед. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Так, спокойно. Паруса взмыли. Взмыли паруса, я говорю, паруса взмыли быстренько. Ой, красиво, молодцы паруса. Вот это вы молодцы. Ну, паруса вручают опять в очередной раз. Паруса красавцы. С парусами ничего не поделаешь, молочки паруса. Давай парку еще поддам, пока движок работает. Встану-ка я на тормоз на всякий пожар? Не знаю. Мост, обрыв, мне страшно. Причем как-то хуевенько смотрится. А, вот, отлично, я могу так сделать. Бляха, я и забыл про этот видок-то. Но не, все нормально, все хорошо. Все прям... И снова мы тут. И снова мы на красивых лесных снежных далях. Под красивую музыку едем куда-то вперед. Главное, чтобы не начался град. Какой-нибудь дождь там или что-то типа еще. Все замечательно пока что.
Блять. Шиномонтажка и снег. Ну что могло быть лучше, серьезно, в этой игре? Ничего не могло быть лучше здесь сегодня. Все, что могло быть лучше, не придумано еще. Или будет в следующей серии, естественно. А пока мы, наверное, на этом закончим. Под этот нежный, легкий... Не знаю, как это назвать. Звук мы скажем с тобой вместе синхронно, одновременно практически, что ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, на инстаграм. Комментируйте, ставьте лайки. И всем до встречи в следующей серии, ребятушки, которая, скорее всего, будет последней. Все, всем до встречи, всем пока. Раньше здесь был мат.